Речь донская. Откроем уникальность нашего говора. Категория 12+. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. Продолжаем пополнять словарь речи донской. Сегодня мы расскажем о том, что означает слово «ведра». Кроме того, что это название хозяйственной утвари, у него есть еще одно значение. Но сначала послушаем жителей донской столицы. Знают ли они, что это такое? Если не нравится машина или она там обгнивая, называют ведрами. Ведрам. Может быть, так называют определенную массу чего-то, которая помещается в ведро, я не знаю, может быть так. Это погода, это хорошая погода. Удивительно, но каждый вариант употребляется в донской речи, причем значение зависит от произношения. Ведро – сосуд с ручкой для жидкости или чего-то сыпучего, а также старая русская мера жидкости, равная 12 литрам. Ну а ведра – летняя, сухая и ясная погода. Эти слова Валентина Андреевна знает с детства. Она выросла в Цимлянском районе Ростовской области. С тобой говорю, донской. У меня свекры были настоящие местные казаки. Вот у них ведра. Интересно, что исландцы, например, когда употребляли слово «ведра», имели в виду только плохую погоду, а хорошая никак не называлась, так как не стоило упоминания. В Ростовской области солнечный день чаще так и называют – солнечным и ясным. Мы продолжаем пополнять словари речи донской. Если вам интересно узнать о каком-нибудь слове, звоните нам по телефону 200-0849, и мы расскажем, что это такое.